чем связано, никто пока не знает. Хозяевам это относится или квартирантам. Очаг возгорания находился на первом этаже. Языки пламени объяли входную дверь квартиры, стены и потолок лестничной клетки. В это же время соседи заметили подозрительного мужчину в подъезде. Они внизу встретились. Все. Подозрительный? Да, он сразу сказал, вот так вот, немножко говорит, не брит, и вот рада, и красно. При изучении данного пожара, значит, была обнаружена ПЭТ-бутылка объемом 1 литр и резиновая перчатка. Вот. Собственно, причина пожара является поджог. Квартиру снимает 53-летний мужчина со своей женой и сыном. В момент пожара супруги находились дома. Соседи рассказывают, за несколько дней до ЧП их входную дверь неизвестные расписали красной краской. Возможно, это очередная выходка выбивателей долгов, предполагают люди. Спрашивал участковый, по-моему, спрашивал, говорит, у вас долги личные есть? Нет. Они говорят, квартиранты, нет, у нас долгов нету. А как хозяева, должники или нет, не знаю. Но предположили так предварительно, что может быть такое. В пожаре никто не пострадал. Сейчас полицейские устанавливают личность злоумышленника. Лина Сидорова, Петр Греков, эфир 24.